Дорогие друзья, год только начался, а мы уже готовы делиться с вами впечатлениями, вернувшись из новогодних путешествий. Встречали Новый год мы в горах Домбая и при Эльбрусе, а также в солнечной Ялте. Горы неизменно дарят заряд бодрости и сил на год вперед, а кристально чистым воздухом и невероятными пейзажами можно наслаждаться бесконечно. Именно поэтому мы продолжим поездки в горы Домбая и при Эльбрусе, чтобы вы смогли провести выходные с пользой для души и тела. Новогодняя Ялта встретила нас чудесной погодой. Тур был насыщен экскурсиями по городу и окрестностям. Гулять было одно удовольствие, наслаждаясь парками и дворцами, природой и целебным воздухом. На Рождество мы отправились в тур Псибая-Дегея и в горы Домбая. Насыщенную экскурсиями и прогулками программу по Псибаю-Адыгее мы завершили посещением термального комплекса, а наш рождественский ужин прошел на открытом воздухе у костра с песнями и танцами. Домбай увлек нас своей самобытностью, разнообразными трассами и просто потрясающими пиками заснеженного главного Кавказского хребта. Насладившись активным отдыхом, мы расслаблялись в термальном источнике. А это наша группа, которая теперь из Домбая приехала в термальные источники. Да? Посетили мы и одни из главных оздоровительных курортов – Пятигорск и Кисловодск, где удачно совместили интересную экскурсионную программу с мероприятиями для здоровья. В Ростовской области нам тоже было где весело и интересно провести время с семьей и друзьями. Настоящий казачий разгуляй ждал нас в Пухляковке с молодецкими забавами для казаков и казачек и, конечно, застолье с песнями под баян. Побывали мы и в настоящей сказке в парке Луга. Удивительной красоты места с необыкновенной атмосферой праздника никого не оставит равнодушным. Наш любимый Таганрог мы не оставили без внимания и отправились в театральное путешествие к театру Чехова. Мы погрузились в удивительный мир творчества, истории, игры и театрального закулисья. С Новым годом! Спасибо!